Гремящая подвеска и ямы на дорогах. Избавиться от сочетания этих факторов на перекрестке Мира Устюженской планируют в рамках капитального ремонта. Его проведут в рамках губернаторской программы «Дороги 35». Территория примыкает к промплощадке «Северстали», поэтому проект разработали совместно с металлургами. Регулярно поступали жалобы на большое количество машин, припаркованных на перекрестке. Он сложен в проезде в организации и в ограничении видимости. Зачастую людям не видно идущего транспорта, поэтому принят ряд мероприятий, направленных на снижение рисков. То есть будет улучшен обзор, будет изменение направления движения, количество ям оно придет к нулю. Для этого проведут работы в рамках контракта на общую сумму 25 миллионов рублей. Его подписали сегодня. И сегодня же на месте ремонта начали устанавливать предупреждающие знаки. Фрезерование старого слоя асфальта будут проводить в ночное время. Работы, которые мы здесь планируем выполнить, это замена, установка бордюрного камня, фрезерование старого асфальтового покрытия и укладка нового асфальтового покрытия в два слоя. Движение транспорта полностью не перекроют, обещают подрядчики. С завтрашнего дня частично ограничат проезд и запретят парковку в этом месте. Порядка 300 машин здесь ежедневно паркуются. Это, как сказали коллеги, на самом деле затрудняет видимость на перекрестке. Значит, ну и непосредственно, конечно, будет мешать производству наших ремонтных работ. Поэтому просьба такая, транспорт на перекрестке не оставлять, значит, автомобили убрать. Автолюбителям рекомендуется оставлять свои машины на улице Мира. Тут организована большая парковка. Продолжить путь заводчане смогут на трамвае, который идет до контрольно-пропускного пункта номер 10. Закончить работы планируют в конце августа. Но подрядчик обещал постараться завершить работу как можно раньше. Мария Козицына, Александр Беспалов, Новости.